Это ксеноморф, герой из фильма «Чужой». Рост статуи более 2 метров, вес почти 300 килограммов. Он изготовлен из старых автомобильных запчастей, причем лапа и голова подвижны. Идея принадлежит дайверу Геннадию Стрельцову. Таким образом, он хочет сделать Черное море еще более привлекательным для туристов. Кому-то нравятся рыбки под водой, кому-то нравятся медузы, кому-то ракушки, но кому-то нужны отдельные изюминки. В результате долгих размышлений мы пришли к такому мнению, что давайте посадим инопланетян. Проект обещает быть успешным. Уже многие любители подводного плавания оценили новинку и остались под сильным впечатлением от встречи с необычным подводным обитателем. Когда к нему подплываешь, сначала не понимаешь, что это. Подплываешь чуть поближе, понимаешь, что это страшноватая штука такая железная стоит. То есть крутит головой. Да, крутит головой. Инструктор тебя может посадить ему на лапу здоровенную. Да. То есть у меня девушка сидела у него прям на лапе. Было забавно смотреть со стороны. Впечатления были поразительные, необычные, очень высокая. Фигура вызывает страх. И так погружение первый раз вызывает страх. Это вызывает очень бурные впечатления и эмоции. Фигура обработана специальным составом, который не позволит металлу ржаветь. В рамках проекта рядом с чужим поселятся и другие не менее зрелищные персонажи. Мы планируем сделать несколько фигур, которые будут под водой, находиться под водой. Это будут и ксеноморфы, и лицехваты. Это будут стоять небольшие яйца под водой, большие, где-то около метра высотой, из которой будут вылупляться эти чудовища. Сейчас идет работа над остальными экспонатами необычной подводной выставки. И уже в следующем сезоне на дне Анапской бухты расположится удивительное инопланетное поселение.